он пожал. Поднимите только. Она далеко. А, флакер? Дайте бафы. Дальше пока. Дайте бафы. Давайте отойдем чуть-чуть. Вредный. Вредный? Я понял. Это значит, тебе надо убежать от участников рейда. Меликс, чуть подальше можешь продвинуться? Спасибо. И кто там еще стоит за тобой? А, так, блядь, хулипо. Ой. Место тут еще не может. Да меня зажали со всех сторон. Его в жертву просто приносит. Окружили, блядь. Да ты бы назад убежал, да и все просто. Прям по всем могу пробежаться. Хотите? Не надо. У меня спринты не воткать. Монород, ты там стоишь? Ну что, фастраним? Лужа, лужа. Лужа, блядь, бегу. А я сейчас вагу убью. Спрятался. Он большой еще, голый. Давай, погнали, чё стоит? Это нормально, нормально. Начисли ЕПу за босс. ГПшку дал, ЕПшки не было. По-моему, не. За первого был, да, за второго нет. За первого типа да было. Потом нет. Это для мили атак 4%. Блин, файер маги, да, Миша, 71%. Типа, там талантами все добирается до 100 и проблем. Сейчас лужа вторая будет. Че, типа, ханты все спокойно могут 100% квитас собрать? Хават пулит, квити его. Ну, Лун Мозер говорит, что Артеми 100% крита. Ну, у них Агива дает крит. Почему не собрать? У них на где-то... Большой, ММ, большой. 80% получит такое. Лёш, ты справишься с большим? Мы пока маленького убьём. Они, короче... Мы в тебя верим. Шмотками набирать еще. Да вы подведите, нормальный. Сейчас потом, блядь, сюрприз вылезет из большого. Там силы, агилы, все это полезно. Она просто не будет.
Раньше она еще больше давала, но потом маги там наныли, типа сухого хера там. Было, да. Слипка раньше тоже вообще была. Вообще несправедливо. Типа контент сделан для РДД, медики вообще не вплачать, но при этом еще удержит не пускают. В смысле для РДД контент? Но есть такие большинство боссов, которые медики вообще, ну, грубо говоря, там на перебежках еще что-то такое. Да, по-моему, у Близов почти весь контент такой был всегда. Что милики особо. Всегда сбалансированный рейд все проходил. 8, ну 8, понятно, что находится. Все в начале бафы, а все остальное типа заполняется теми, кем есть. Ну, большинство рейдов можно пойти и просто в РДД. Лёш, там буешка. Да и в миликах можно пройти, блядь, все. На Синдру не пройдешь. Да пройдешь. Пройдешь. Все можно пройти абсолютно. Бордёнка на хилах. Ну и что? Делаешь больше хилов. Спекаешь 7 хилов и все, его снегуешь. Они убивали в 2. Серьезно? Там эти, это были какие-нибудь вары, да, и они этими металками закидывали, это вон что-то по 7. Ну я ходил в рейды, где было 7 фуриков. Вот ты представь. Ну, я помню, блин, помнишь, когда мы ходили, РС-кобочку собирали на твинов? Сколько там варов было? 12, по-моему? Обычка это обычка, там что-то, что-то около, да. Там вот просто тупо больше двух групп были одни вары. Причем все армсы. Что за... Потому что ПВП что-то. Там что ПВП некоторые бегают, что ПВЕ. Вот представь ситуацию, когда бьешь босса, а у тебя один РДД на 25 человек. И выпадает две РДДшных чешки. Две РДДшные. И хиловская. Ну, хилы себе забирают, и все, в чем проблема. Кирс, короче, Frost Specs можешь с меня потом скопировать. Угу. Ну, знаешь, прикольно, типа, так, просто пофаниться. На трэш какого-нибудь, я поэтому... намного полезнее стало. Ну, на трэш он больше дамажит, чем в баре. Там Коват сейчас будет пулять. Коват тут с другой стороны спуляли. Стой! Ништяк, ништяк, тащи их в одну пачку. Симулятор РБК. Бля, вот только продиспелить бы мобов, ребят, неплохо было. Уже босс. Не сколько фарада? Если не диспелит, можно ему начислить. Меня никто не присумонил, я только добежал. Опаска, опаска. Дайте сейф, блин. Сову засейвите, сову! У сову есть дубовая. Прошу! Сову не вижу, вижу медведя тут. Бог пошлёт сейви. Это было сильно. Кулипал-пал. Сова, если дает звездопад, можно ее дальше не хилить, потому что она становится бесполезной. В смысле, наоборот, если я дал звездопад, это значит самый эффективный. Типа. Он самую главную точку себе взял, как бы, и все. Сейчас соберу себе, блядь, 3000 хосты, буду старфол по КД нажим. Фантастика. Я могу оттуда прыгать, если надо. Кават, стой тут.
Ген, да у меня собран крест. Просто в 2 моба луч 35. Это знаешь, выглядит примерно как? Вот я кинул сейчас цепуху трэш. Я не знаю, сколько там проков было, но у меня с нуля стаков стало 30. Цепуха мне бьет в 3 цели, если. Если бы. То есть она прокнула она... больше 10 раз. Минимум 10. Если бы полезный маг давал бы мне бы МК, типа. Мне бы было бы похер то, что не идут. Если бы у бабки был хуй. Была бы девушка. Что? Она была бы дедушкой. А вы что такое не слышали? Фурада, я надеюсь, ты в Таиланде не бывал. Блять, чё они не морозят? Я подумал, ты по своему оку. Знаешь, Миш, вот, например, на Оне у меня при кидании земного шока он почти всегда уходит в саппорт. Вот у тебя такая же фигня здесь, видимо. По-моему, в наше время не обязательно. Просто не пойму, чем отличаются, допустим, вот эти вот воламуты всякие, щитоносцы от этих змей. Почему те морозятся? У них ноги есть, а у этих хвост не выпутываются. А это да селёдка вообще, она типа, ну... Полина бесполезная, да? Да иду. МК не дает. Ты зачем там взяли? Он портал хоть ставил вам или нет? Сантай, он тебе портал поставил, когда ты в место упал? Нет, он портовался с Сантай сам. Ну, где больше мобов? Вроде маг в рейде, а не чувствуется совсем. Портоваться, если он может релогнуть. Вот смотри. Я ему порт на вип-остров не дал. Хотя жаль. Надо Дезороном написать, что-то добавить. Чтобы магам дали порт на вип-постов. Смотри, булок себе скрафтил, а стол не поставил. Видели все, да? Ты себе булок скрафтил, а стол не поставил. Кир, спекайся. Кават на боссе, ты на этом, на шамане, я на присте. Сопрот и баф. Кто кого хили? Ауру коня уберите. Рипка есть? Мама, трогинь. Ну там вроде падал кто-то еще. Сопрот и банк пошли. Или огонь. Так, Полин, по стандарту, да? Мой лед, твой огонь? Угу. Полина на этом. Да дай ему мана отпить, Кирсгор. Полина, ставь ему рыбу. Полипал на колосе. Можно и не рыбу, можно и пора. Рыбу, у меня нет. Рыбу ставлю. Напомните, когда Гера дается с полу тут? Да. С полу. Чтобы убить эту тёлку. Холи Паун на Кавате, Полина на Войде. Кирс, помогаешь. Сила бездны, Абсорби уже начинает. Все здесь, все готовы. Кават по готовности, поехали. Да, Мозер, блядь, заткнись. Войда там прохиливайте. Давай-то. Ты ничего не видишь. Хилить не надо почти.
Блять, там. Погнали по шаману. Вот им бьем? Не надо. 6 филов. На который под боссом. Медики аккуратно. Точно сделать второй десяток. Гимна могу дать. За прошлого босса я ИП не читал? Нет. И за первого так начать. Мозер, ты видел это, да?
Потом сниму. Я вот сидел, думал, он идет на тебя или на меня. Напомнишь? Кабат! На хуй. Тут воронка. Тут наши здесь отваливаются. Немота. Как знать. Не суньтесь туда, танки сами приведу. Согрите лишний. Только танчит один. А народ в танке спекаешь. Куда ты? Там за стенкой еще один трэш. Да стойте тут, я пробегусь, они на вас все побегут. Главное, чтобы еще который ранее меня был кто-то. О, Войт, лови.
Кого цвету что принес? Вот, да никто не против, если ты заберешь типа на длина, если кому-то, ну тут из мейна, ну прям не горит. Это я могу отдать, не надо. Типа, если он никому не нужен, то почему? Человек вносит импакт рейд, почему он не может опять порозить? Если ему приор позволяет. Стойте там. Танки короли. Ты с другой стороны выйдет? Кто это сделал? О, а чё, бьём или чё? Кават. Это диван, диван дайте. Ждай. Мой диван. О, найс. Анвиз же тут не помогает, да? Нет. Ну он не выйдет никто. Что там за проблема? Да босс кто-то согрел. Вместе с трэшем пошёл. Босс забагался, что-то согрелся на рейд. Там вроде танки только были, жан, нет? Сейчас кто-то обвинит сову, а я такой... А я вообще ФК стоял. Я про Т5. Да, да, люди недовольны. Сёлы недовольны. Я скажу так, на данный момент вы ДКшкой в первом рейде ходит, Варом во втором рейде. ДКшка может ролить все с первого рейда, а Варом все со второго. Дайте рыбу, пожалуйста. Просто замена произошла, потому что у нас нету мейн-танка ДК. То, что Норглет уехал, ну, месяца два, по-моему, да, говорил? А что, Норглет куда-то уехал? Кофирую, да, уехал. Предатель. А ну давайте ему ГП начислим. Да все равно спишется. Тогда начислим и заморозим ему. То же самое, я бы мог зайти сюда своим этим. Допустим, того же этого. Гидроса вы не пройдете без ДК. РС по ХМ-ку вы не пройдете без ДК. Лапо и Интов. Интов. Как же я портал? Не, ну портал. Насчет РС-ки, в принципе, можно просто делать три танка. У нас времени мало стало, 40 минут. А кого-то пизданул сейчас. Нет. Как ты моба большого ловить будешь? Ну как, просто танк подходит, смотри, танк подходит прям в босса, загревает его и отводит. Ну, там еще один дополнительный. Метеор шотает, даже танк. А при чем тут метеор?
Да там можно. Теория падает совсем на другой стороне босс. Там можно, можно всеми четырьмя конечно. Танками. Просто ханды на пул дойдут. У тебя же падает, смотри, у тебя же падает метеор, и только потом как бы уходит трэш. То есть после падения метеора танк подходит прям, ну, в босса, и там уже переагривает моба и уводит под лицо. Понимаешь? Допустим, можно за протопалы. Я за протопалы не представляю, как я это сделаю. Ну, щит вот этот кидаешь, тарелку. После, сразу после, смотри, у тебя падает метеор, только потом через какое-то время выходит трэш. То есть ты как бы, ты со всеми перебежал, у тебя упал трэш, и ты сразу подходишь к боссу. И перехватываешь этого моба. ДКшкой проще, потому что ему это проще делать. Остальные ДКшка тоже... как бы, ну, у тебя есть щит, у тебя, не помню, сколько раньше молотка у тебя? Там прилично, там 30 метров. Сколько вообще? Сколько? И чем тут это вообще? Я тебе говорю про танка, который будет и босса танчить, и большие. Ну, мы про... В смысле, у тебя будет как бы два танка. Один будет танчить босса, а второй будет танчить большого, но вместе с танком, который под босс. Да не, это не очень. Если большого танчить, то в районе хвоста надо танчить отдельно. Да, Олег, там не играет сейчас. Ну почему в районе хвоста? Типа. Ну зачем дыхание ловить? А думаю, типа оно сильно бьет? Ну конечно сильно. Ну, не знаю, не чувствует, когда хилил стрелок. Не, я бил по такой тактике. Ну, вот также типа прожимки есть. Хвостом просто будет станет. Да, этот стан 2 секунды. Все равно. Ну, стан? Ну, да. Ну, то есть, нет, ну вот представь, просто у нас пропали ДК. Что ты будешь делать? Ну, пропали ДК, нет ни одного. Ну, а если нужно стан ты не расстрел. Пропали, все убьется. У нас но... есть Греча. Гетка, у нас есть. Сейчас они тоже пропали. Видишь, кто-то на твинок, кто-то там еще куда-то заходит. Рыба стоит. Так а там трэш, по-моему, еще за боссом, нет? Зальется. Или нету трэш? Нету. А, нет. Окей. Пока все рассказывал, уже что-то... Войт на боссе, на пол на бой, да. Я коват, на народ на трэш. Кто первый собирает? Первый монород, потом ты, потом ты. Ну тело на ардрушку, типа, особо не прав. Там особо много два пропуска не дает. Прист. Приста баф можно? Да, это она на Солоре уже не смотрела. Что с пристом? Соло и без Т5 хилил так. Еще раз проверку. Все здесь, все готовы, поехали. Мордру типа делаешь 4 куска Т9 и... Все изи. Нормально? Не сильно далеко? Ну, по-моему, да, с этим нормально. Уже не повернулся. Миш, хорошо магом, когда нет бурстов, да? Вот знаешь, блин, я подхожу, даю шок, чтобы обновить тотем, и улетаем.
Скажи спасибо, что хоть дается обновить. Народ освободился. Он готов выходить. Нора там закиньте. Рэнди КПП и Мерни даю. Я еще, по-моему, не одну. Сука. Я вот летаю, ничего вспомнилось мне одна лама. Вот отомстить. О, кильки на народ, понимаете. Коника, живи. 10 из 12 водопадов. Старфол пройдет по нему. Все, мы, наверное, больше не уйдем. Собираем. Танька бульничка, я бы не срывал так спокойно. Сколько можно будет? Погнали дальше. Смести, кстати, шею так и не падает, которую я выбила, мне долго нужна была. Блин, сколько налетало? Я 3 раза. Да? А можно? Я раза 6, наверное, подряд. 11?
из 15. Ты вообще в шоке. Подхожу, даю земной шок, улетаю назад. Просто так и дает. У тебя сало слакает. Я тебе так могу сказать. Он точно слакает по буйному росту. Насчет омоложения не помню. Но то, что он слакает с буйным ростом, это факт. Кто? Сало. О, Элбрил пришел. На ХПС у него больше почему-то, чем он мотивал два раза. Ну типа, ну я на своем просто дружке 3-9 вообще никаких проблем не испытываю. Так, типа, ну для галочки Т5 или что, чтобы было что-то новое, да, я не спорю, можно собрать. А ты про бурный рост говоришь, что он слакает, это вот то, что он на ХМке был? Так у него два куска Т5. Нет, он вообще слакает с буйным ростом, он у него не постоянно кидает. Смотря какой рейд. Да, кстати. Мы с ним хилили также и тьму вдвоем, и многие боссов. Да, он, но он сам знает, что он слаг. Но если он захочет, он хилит. Я не спорю. И даже когда слакает Гена, у него хороший ХПС. Да он не слакает, у него комп древний, вот и все. Да вы сами спросите, он вам сам скажет, что он слакает в любом росте. Он говорит, знаешь что, я плохой хил, у меня пояса нет с профом. Я плохой хил, я чего? Пояса с профессором. А, пояса с профессором нет. Видимо, Гена тоже плохой хил. Он говорит наоборот, он говорит, у всех топ хилов есть пояс, а у меня нету, значит я не топ хил. Значит я не топ, поэтому блин. Он умеет хилить, и он классно это делает. Причем он подстраивается под любых хилов. Это очень здорово. Если нужно прохилить танка, он и танка прохилит. Если нужно прохилить рейд, он и рейд прохилит. Это очень хорошее качество для хила. А сегодня как было весело, когда он в соло хила пошел? На охоту, да? Без понятия, что у вас там было. Да, мы это, мы на целом издевались, он у нас соло гурльмагик хилит. Ну, иногда... Я могу сказать, почему ты на первом месте, потому что там больше, если я не ошибаюсь, больше тебе приходится хилить таргет. И из-за того, что тебе приходится хилить таргет, ну, тебя только поэтому ты опять на первом месте. В 50-м омоложение должно быть на первом. Просто он, получается, ты в Т5 больше отвлекаешься на таргет, на хил, и из-за этого у тебя Т5 больше. Лёха, тут... Долорес, не, Мурагрим, смысл. Брон, кто ой, больше? Нет. Следующего тяну. Готовьтесь. Ну хотя скин. Скин. На 40 минут. Времени уж крыш. Да? В прошлый раз мы тут вайпались. На рыбу ставлю. На народ кто-то. Да, кстати, Неликс. Шкаф, если у кого нет. Тут бой пока.